Сегодня в Приднестровье отмечают День семьи, любви и верности. Всех поздравил президент Красносельский. Существуют неприходящие духовные ценности, которые из поколения в поколение продолжают жить и укрепляться. Во все времена любовь и взаимное уважение были и остаются такими ценностями, неподвластными времени, являющимися основой крепкой семьи. Уважаемые жители Приднестровья, искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира. Пусть в каждой приднестровской семье царят мир, гармония и счастье. День семьи, любви и верности начали отмечать еще в пятницу. Все началось с большого концерта в Екатерининском парке. Поздравляли семьи долгожителей и молодежь. Еще были выставки и мастер-классы от художников. Были на празднике и президент с супругой. Им вручили медаль за любовь и верность. За 33 года супруги Красносельские вырастили троих детей. Есть у них и двое внуков. Приднестровцы видят свое счастье через семью. А семью, опять же, через любовь и через верность. Когда смотришь телевизор, иногда, знаете, становится не по себе, даже где-то страшновато, что происходит в мире. Когда пытаются навязать совсем чуждые ценности, да даже не ценности, а какую-то пошлость, какие-то гадости. Я убежден, что Приднестровье, ну, это невозможно. И вот это вот понятие демократии, извращенное понятие демократии. Демократия не на вседозволенность. Демократия – тот уклад, который создается людьми. Там, где удобно жить. Это и есть демократия на самом деле. От народа. И ценности, такие как семья, любовь и верность – это от народа, от людей. От сути жизни, от понимания. И, как я уже сказал, все это вместе взято формирует счастье. В этот день я хочу пожелать вам здоровья, крепости, уважения друг к другу, любви и мира. Мы сейчас проходили, и там выставка картин детей. Дети рисовали свое видение счастливой семьи. Вы знаете, обыкновенные домики, арбузы, машина, детки, шарики, где-то кошечка, где-то собачка. А здесь был стенд, на котором мы должны были описать свое видение и пожелания счастливой семье и счастливым семьям. Я там написала, что для меня счастливая семья, счастливая жизнь – это мир, это любовь к людям, любовь к детям, которые живут в счастливой семье. А счастливая семья – это где они видят дедушку, бабушку, маму и папу. Это нормально и это естественно. День семьи, любви и верности праздновали везде, от Каменки до Днестровска. Были песни, конкурсы, веселые старты и не только. Об этом, конечно, еще расскажем.